Я думаю, наши аплодисменты были ответом на тот вопрос, который я задал перед выступлением Олег Манович. Не забудьте, 5 января у Клары в Русской библиотеке. Слово замечательному нашему композитору, который прекрасно сочетает свое искусство со знанием электричества, звука и так далее, и так далее. Вит Гудвин со своими двумя сочинениями. Он их объявит сам. Мы недавно слышали уже два его сольных выступления. Я помню, что оно произвело на всех нас неизгладимое впечатление. Будем рассчитывать на него и сейчас. Слово Вит. Слово Вита. Я пару слов скажу. Я подготовил две вещи, которые, мне кажется, имеют некое новогоднее состояние. Одну из них, как такой интересный плавный переход от выступления Светы Саши. Эта песня, это как бы музыка, которая писалась сначала для нашей общей песни, а потом постепенно, значит, частично она там осталась, а постепенно она превратилась в отдельную музыкальную пьесу. Называется она «Тишина».
Это некая фантазия на тему песни знаменитого английского певца Стинга. Песня называется «Антим», вы, возможно, знаете эту мелодию. Это такая вариация на тему. Thank you.
Спасибо большое. Я никакой теоретик музыки, но без всякого знания теории, я думаю, что все мы вместе со мной почувствовали, что эта музыка прекрасна. И, конечно, вот я недаром сказал, что каждый выступающий здесь мог бы представить нам свою программу на целый, полнокровный, в двух отделениях концерт. И мы, безусловно, но, правда, на этот раз, скорее всего, в будущем году, будем рассчитывать на то, что вид нас подарит таким концертом. Давайте ему заранее поаплодируем. Такая поразительная, внятная музыка. Я, когда он объявил свое произведение под названием «Тишина», я, конечно, сразу вспомнил тот замечательный случай, вы, наверное, все слышали. По-моему, какой-то европейский композитор представил свое сочинение под этим названием. Дирижер вышел, взмахнул палочкой, и дальше было 3 минуты абсолютной тишины. Через 3 минуты дирижер покланялся, и публика поняла, что не то, что ее обманули, наоборот, ее абсолютно полностью обеспечили этой музыкальным отсутствием музыки, скажем так. Но в нашем случае тишина убита, я бы сказал, была в высшей степени красноречива и настолько выразительна, что хотелось бы, конечно, еще раз ее послушать вот в будущем году, а вот это произойдет. Дальше.